Всем еще раз доброе утро. Буквально день назад наконец-то стало известно, когда же пройдет 30-й юбилейный международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Напомним, с 15 по 18 июля. И именно сегодня стартовали еще продажи билетов на все мероприятия этого замечательного культурного форума. И обо всех сюрпризах и новинках, которые ждут гостей и участников, поговорим с гостем в студии, Глебом Лапицким, директором фестиваля. Глеб, доброе утро вам. Доброе утро. Очень рада вас видеть. Дорога была долгая из Витебска. Да нет, она быстро пролетает. Незаметно. Итак, Аня сказала, что уже стартовали продажи. Давайте тогда, наверное, может быть, с этого, где можно купить? Сегодня стартуют продажи. Три дня по сложившейся традиции только жители Витебска эксклюзив свой ощущают, потому что можно приобрести в кассах, концертных кассах Витебска, а уже с понедельника во всей сети интернет, в том числе и на наших зарубежных платформах в Литве, Латвии и Эстонии. Глеб, 30-й юбилейный фестиваль, что-то новенькое, чем-то удивить. Ну, явно чем-то должны удивить, ну, конечно, как юбилей. Мне кажется, что 30 лет Славянский базар никого не оставляет равнодушным. Кто-то нас любит, кто-то нас критикует, но это нам дает возможность идти вперед. Что будет на 30-м юбилейном? Думаю, что в программе летнего амфитеатра, которая уже опубликована на нашем официальном сайте, каждый найдет для себя что-то эксклюзивное. Но самое, наверное, заманивающее то, что мы впервые за 30 лет положим на сцене летнего амфитеатра лед и начнем 14 июля ледовой феерии вместе с питерским балетом на льду. А вот ничего себе. А я хотела сказать, это, наверное, знаешь, как такой фейс-контроль. Если не умеешь кататься на коньках, не приезжайте. Да, приходите со своими коньками. Да. Ну и главное событие фестиваля, конечно, это конкурсы вокалистов, да, детские и взрослые. Наверняка все будет по традиции, но мы уже поняли, без коньков не приезжать, даже из Кубы пускай прилетают со своими коньками. Но в этом году нам стало известно, что впервые подана заявка с Эквадора. Да, в этом году это сейчас идет у нас самый-самый как раз-таки пик приема всех заявок. До 1 апреля все наши международные партнеры присылают своих молодых исполнителей, национальные центры определяются с представителями стран. И вот сегодня, да, можно сказать, что одна из изюминок — это заявка из Эквадора. Неизвестно, дойдет ли этот финалист до финала Славянского базара, но, тем не менее, такая очень интересная, своеобразная конкурсантка у нас заявилась. Можно уже сказать, какая география? Будет около 20 участников, больше? Ну, мы будем смотреть, как их талант позволит в первую очередь. Главное, что Беларусь определилась со своим конкурсантом. У нас есть возможность уже его начать готовить для победы, очередной победы на Славянском базаре. А где-то в числах 10 апреля мы уже опубликуем тот состав конкурсантов, который выступит и на сцене летнего амфитеатра, и на сцене концертного зала в рамках детского конкурса на Славянском базаре. Прекрасно. Напомню, что сегодня мы Даниила, победителя взрослого, представителя от Беларуси взрослого конкурса, ждем в студии. Ну что же, вот возвращаясь к прошлому году, когда все-таки пандемия внесла свои коррективы на фестиваль, большинство мероприятий было open-air. В этом году все-таки приоритет за красивые закрытые залы или все-таки на свежем воздухе? Ну, залы закрытые тоже красивые, точно такие же красивые, как и витебская природа. Мы готовим сейчас программу и тоже, я думаю, не будем брать большой паузы. Где-то через недели-две опубликуем программу уже и театральных встреч, и для наших меломанов филармонической площадки, и программу концертного зала «Витебск». Но, тем не менее, мы готовы при необходимости опять-таки перенести все эти проекты. И что мы сделали в этом году? Что мы их готовы будем не просто перенести на улицу, а будем готовы не отказаться от них. Потому что мы помним, в прошлом году нам пришлось очень много сольных проектов отменить по той причине, что не все можно было уместить в формате open-air. Но будем надеяться, что в этом году этот нехороший коронавирус даст нам провести со всем размахом 30-й фестиваль. И, конечно, вопрос от людей, которые не смогут доехать наверняка, да, до Славянского базара. В прошлом году, насколько нам известно, такая общая цифра просмотров в интернете разных мероприятий Славянского базара составила 7,5 миллионов. Это чуть ли не второе место в Гугле, да? Да, все верно. Не чуть ли, а опередили второе. Опередили только кого? Битва экстрасенсов нас опередила. Фантастика. Но если бы мы могли еще и предсказывать, мы бы предсказали, будет ли ковид этим летом. Давайте заведем такого себе маленького осьминога Пауля, который будет предсказывать результаты конкурсов на Славянском базаре. Да, в этом году мы обязательно все интернет-трансляции, в том числе с помощью Белтелерадиокомпании, сохраним для того, чтобы все люди на всей планете Земля могли, конечно же, увидеть наш форум искусств и как умеют отдыхать белорусы. Глеб, ну хотелось бы какого-то эксклюзива. Кого имена мы видим на сцене белорусского амфитеатра? Вы знаете, вот даже у вас в гримерке мы долго обсуждали, кто же к нам приедет, и я понял, что совершенно разные вкусы у 10 человек. Мы стараемся как раз-таки, чтобы наша программа и построили так каждый концерт, что каждый концерт нашего фестиваля может претендовать на отдельный фестиваль. И не просто так на словах, а в
30-й раз докажем, что Славянский базар — это фестиваль фестивалей, поэтому я не буду называть никакие фамилии, чтобы не показаться, что я люблю какого-то одного артиста. Уже сейчас можно прямо вот в эту минуту зайти на официальный сайт фестиваля, и все фамилии звезд совершенно первой величины опубликованы там. Прекрасно. Насколько мы знаем, еще билеты будут очень доступными, да, то есть вот эта традиция, что каждый абсолютно человек с разным уровнем дохода может себе позволить поход на мероприятие. Ну, это самая главная задача Славянского базара. Наверное, только благодаря этой и получилось в стране создать бренд 30-летний, по которому ассоциируют нашу страну во всех странах мира. Это культурный бренд и культурная инвестиция вообще нашего Славянского базара во все мировое культурное сообщество. А билеты у нас стартуют на площадку летнего амфитеатра от 25 белорусских рублей. Приходите, мы будем рады видеть каждого из вас. Глеб, нас смотрят не только в Беларуси, но и по всему миру. У вас пользуетесь прямым эфиром, пригласите всех на 30-й юбилейный фестиваль. Мы должны тут спеть с тобой, Стань. Там, там, та-та-там. Нет, давай лучше Глеб красиво скажет. Ну, как говорят, да, мы умеем делать свою работу и говорим всегда коротко. Мы приглашаем каждого и будем стараться, чтобы это лето было незабываемым. Мне очень понравилась фраза про культурный вклад. И я считаю, что этот вклад действительно может оценить каждый человек. Не только в Беларуси, не только те, кто приедет, но еще во всем мире благодаря интернет-трансляциям. Мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня был директор фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Ожидаем с нетерпением этого прекрасного события.